Генри Форд говорил, что автомобиль может быть любого цвета, главное, чтобы он был черным. В гардеробе это правило не работает, и сегодня я расскажу и покажу, как сочетать цвета между собой и создавать крутые цветоблоки. Иногда в толпе мы видим девушку, которая невероятно притягивает к себе взгляды окружающих. И она может быть одета в совершенно банальные вещи, но почему-то ее образ неповторимый. Наверняка она знает о цветовом круге и умеет пользоваться цветами в гардеробе, правильно их сочетать. Это цветовой круг Итона. Этот физик создал теорию цвета. И сочетание цветов по формуле, а каждая из формул особенно оригинальна, может создавать невероятные образы. Круг очень полезен для декораторов, стилистов, дизайнеров, также звезд. Ну и обычным людям в жизни он тоже очень помогает, ведь эти образы, которые созданы по формуле цвета, могут привлекать к себе внимание и также вызывать интерес к вам лично. Есть несколько основных правил сочетания цветов. Итак, первое – это монохромное сочетание, когда мы в одном цвете сочетаем наряд в нских тональностях этих оттенков данного цвета. Второе сочетание – это когда противоположные по кругу цвета между собой комбинируются в комплекте. Сложнее сочетание – это сочетание по треугольной схеме, когда цвета выбираются уже три в цветоблоке. И еще сложнее сочетание – когда мы двигаемся по прямоугольнику. Вот так вот сочетаем между собой цвета. Но гораздо удобнее пользоваться маленьким кругом, таким как у меня. Он со схемами, с крутилочкой, которая показывает полностью все геометрические фигуры, которые помогают создать эти формулы цвета. Такой круг очень удобно брать с собой на шопинг, положив его в сумочку. И этот цветовой круг вы можете заказать у меня в студии. У круга есть еще вторая сторона, о которой мы обязательно поговорим в следующем ролике. Первое сочетание монохромное. Я использовала два оттенка одного цвета. Это бирюзовая блуза и темно-синяя юбка. Вторая схема – комплементарное сочетание. Это два противоположных по кругу цвета. Здесь я выбрала изумрудные штаны и свитшот винного оттенка. Третье сочетание немножко сложнее. Двигаемся по схеме треугольника. Три разных цвета. Я использовала блузу желтую, синюю футболку многослойно и красную юбку. Четвертое сочетание самое сложное. Я использовала юбку цвета малахит, нежно-сиреневую блузу, также желтый шарф и дополнила красным пальто. Все голливудские звезды пользуются именно такими приемами. Экспериментируйте и вы. Подписывайтесь на мой канал на YouTube и следите за новостями в Фейсбуке. До новых встреч! Ваш стилист Мария Пион. Он Генри, он не Том. И подписывайтесь на канал в YouTube и следите за новостями в Facebook. Прям купил.